да, немножко не пошло. Просто я фехтовал с ним в Казани. Во Франции. Сейчас на чемпионате Европы заплыв 16. Вот. Но там более удачно, то есть сумел победить. Вот. И как бы подумал, что он, наверное, все-таки будет перестраиваться. То есть, ну, он был готов к такому развитию событий. Там. И то есть хотел что-то свое придумать. То есть я там наносил в атаке, здесь хотел как бы от защиты поработать. Вот. Ну, 2-1 вроде как бы все начало получаться. Вот. Но потом он повел, и мне пришлось опять идти, то есть, в атаку. Вот здесь он уже меня, конечно, в чистую переиграл. Как-то так. Сетка сегодня как у тебя была? Сильная? Ну, хорошая рабочая сетка, то есть как бы как в принципе на чемпионате мира должно быть. То есть все сильные. В предыдущем бою обыграл олимпийского чемпиона? Нет. Фернандес? Да. Нет. Там это другой олимпийский чемпион, Лемарко Фернандес, но он тоже высоко. То есть в рейтинге постоянно стабильно выступает, уже много лет. Такой опытный спортсмен. Вот его получилось обыграть. Тоже фехтует, кстати, с прямой ручкой, как и Грубье, только хорошо. Вот. Его получилось, Грубье не получилось. Как на командный будете настраиваться? Да, как бы завтра день, наверное, восстановления. Подумаем, наверное, посидим с ребятами, поговорим. Ну, вообще о сегодняшнем фехтовании, о фехтовании в команде, о командах, с которыми предстоит фехтовать. И все, 22-го у нас уже, то есть, будет приведение за выход в 16, потому что у нас много команд, и мы первый день, то есть 22-го, финала 23-го. А тренер в перерыве что говорил тебе в последнем бою? Ну, тренер поддерживал, конечно, там говорил, какие ошибки, говорил, давай, еще не все потеряно, все получится. Ну, как бы поддерживал, да. Трибуны слышал? Трибуны слышал, да. Жалко, конечно, что разочаровал всех, кто приехал за меня поболеть. Ничего не поделаешь. Родные стены тебе, ну, помогают, в принципе, или наоборот давят и некомфортно фехтовать? Да, помогают и комфортно фехтовать. Только почему-то в Будапеште был третий, а здесь за выход в четверку. Как бы по результатам хуже, не знаю. Вот так, конечно, помогали. То есть все говорят, в принципе, хорошо фехтовал, но без медали. Обидно, досадно.